Расскажите, пожалуйста, как вам вообще участники, вот те, которые вы сейчас видели? Участники все очень крутые, и правда, такое количество артистов, которых ты знаешь, с которыми ты пересекаешься на разных сценах, зашкаливает. И более того, я сегодня говорила о том, что не надо акцентировать внимание на том, что эти артисты уже были, мы их видели, бла-бла-бла. Все фигня. Они могут возвращаться столько, сколько они захотят. Главное в этом конкурсе именно песня. Потому что, да, были прецеденты, когда артисты одни и те же возвращались и возвращались на Евровидение просто с новыми песнями. Вчера, даже буквально год назад, та же Ларин, которая выиграла Евровидение в Швеции, вернулась на отборочный тур и тоже принимала участие. Поэтому к тому, что важно акцентировать внимание именно на песни. Песни пока, вот такой песни офигесней я не слышу, если честно. Вот. Мы много говорим о музыке, очень, но как не сказать о музыке, если тут есть там Джулиноза, если тут каждый представляет свое творчество. И это очень сложно, поверьте мне, засунуть все творчество в 3 минуты. Вот. Но сам факт, что мы выбираем песню, которая будет в контексте 43 песен. Да? Это концертная программа Евровидения в Лиссабоне. И вот мы когда представляем эту гамму, вот тогда начинается фу. Типа получается, что мы как будто бы недооценили талант или голос там артиста. Мы выбираем не артиста. Мы выбираем именно песню. Уникальность, особенность, харизму. Не знаю, вот это вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Можно еще, пожалуйста, личную просьбу с вами сфотографироваться? Можно еще, пожалуйста? Давайте. Только я тоже хочу.